Ну, то есть, в целом, албанцы это очень быстро. Ты опять в центре внимания имеете, ничего нельзя поделать. Ну, вот, например, в Азербайджане, допустим, там они как-то очень мыслят себя как часть, ну, Турции, какой-то Османской империи, вот продолжение. Ну, да. То есть вот в Албании это не так? Was machst du in Deutschland? Was arbeitest du? Was arbeitest du in Deutschland? Nein, ich arbeite nicht in Deutschland. Nein, in Russland. Was arbeitest du? Ich habe eine Sprachenschule. Sprachenschule. Ich lehre Deutsch. Aber arbeiten tust du noch nicht. Wie alt bist du? Wie alt bist du? 26. Не очень понимают всем проблемы вкуса. Потому что да, говорят, абсолютно не понимают. Мне спрашивают, почему, как вы можете сделать албанцы 15%? А ты это отдельное государство. Но если считаем сербы, албанцы 15%. Если считаем кусы, в Косово живут 95% албанцев. Значит, у них есть право отдельно жить. Окей. Ну да, это конечно мало. А у Косово сейчас какой статус? Ну, республика, которая вот признавали 140 стран мира. Ich arbeite in Deutschland als Eisenflechter. Ну, я думаю, что не знаю. Eisenflechter. Но у нее независимое культурное управление есть. Binden, Armatura. Mein Bruder hat Firma. Und wir arbeiten zusammen. Нет, ну, не надо вот по интернету много читать, потому что там не правы. In Deutschland. Deutschland? 29 Jahre bin ich da. Oh, so, wow. Aber du bist noch nie geboren. Ja. Aber so... Seit 29 Jahren lebst du in Deutschland? 29 Jahre. 29 Jahre, wow. Und in welcher Stadt? Straubing. Straubing? Straubing, das ist in der Nähe von München. Ah, okay. Sehr reiche Gebiete, glaube ich. Bitte? Es ist sehr reiche Gebiete. Ja, ja, das ist ja, ja. Sehr gut. Die Arbeit so, ist da. Es ist, so ist es deine Reise, oder? Es ist deine Fertigung hier. Ja, ja, hier sind wir nur mit Kollegen so drei Tage Urlaub. Weißt du, Urlaub? Drei Tage Urlaub. Nein, nein, nein. Weil wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier, мы сначала орехов, потом мясо, мы огурцов, потом начал на чем-то кормить, просто, ну, очень радушная. Не, ну нормально все, здесь как бы нельзя надо. Вот то есть. Эй, Стефан, да? Нет. Ага. Через Будву, да? Да, да, да. Через Будву. Красиво тоже. Да, да. Черногория очень красивая. Черногория? Черногория? Черногория очень красивая, да, тоже. Где именно? Ну, вообще, страна очень красивая. Ну, Будва не очень красивая. Не очень нам понравилось. А почему? Ну, значит, шумно. А, шумно там, потому что там... Там просто как-то... Ну, не знаю, мне кажется, во всей остальной Черногории совершенно по-другому. Там как-то больше чувствуется... Не знаю что. А это прям такой курорт для очень туристический. Вообще Албания 20 лет назад была закрытая страна. 50 лет никто не смог в Албанию и из Албании. Они вообще не видели мир. Они последние 20 лет они уже в Германии, по Англии. Раньше была закрытая страна, коммунизм. Это скомплицированно. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Option. Deutsch oder entweder Deutsch sprechen oder Russisch. Ja. Du verstehst Deutsch? Ja, er versteht Russisch. Ja, und? Schlecht, wenn er versteht Russisch und ich nichts verstehe. Ja, ja, so. Ja, gut, gut so. Je nachdem muss jemand etwas übersetzen, alles. Ja, super. Ja, ja, ja. 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 Ja,
Мы были в бункере, посвященном... Когда я спрашивал один раз, там русская девушка была в Тирана, я спрашивал, как вам нравится Тирана? Да, маленькая Москва. Ой, ну... Нет, я думаю, что... Нет, это итальянские вообще, не как... Не имеет никакого отношения к Москве. Мне кажется, Тирана, да. Совершенно другая. Не похоже, да. Другое все. На итальянцы похоже, на... Не, Тирана очень понравился, смотри, красивый город. Большой даже, не идем. И вот эти вот, мы жили, сначала первую ночь мы жили в хостеле, в таких переулках старых. Как мы просто любим Тбилиси, тоже этот город. Были в Тбилиси? Нет, я не был, но... Там очень красиво тоже, вот эти вот старые улочки, все. Вот, и вот это такая старая Тирана. Ну, есть исторический центр. На самом деле, я думаю, что Тирана стоит больше, чем два дня, конечно, там побыть. И за и я пас нихт визит. Видно, что город очень красивый. Давай, за кшон, пашон. Что делать? А, геша, геша. За три, а мы тебя пошла катит? Я за три, а мы Hallo. Kollege, nach der Brücke kannst du jetzt ein bisschen fahren. Nach der Brücke kannst du fahren, wenn du willst. Ah, okay, ja. Okay, ja, gehst du? Ja. Komm schon jetzt. Ну что, кто хочет сейчас? А, я. Слушай, я тоже с удовольствием погреб. Да, я люблю очень грести. Ну давай. Пойдем. А, ты по одному что ли? По одному? По одному. О, ну это еще, мне кажется, просто. А можно сразу два весла? Да, можно его попробовать. Не какие прибыли на башке, ты бой. Ты бой башке. А для весла кашун даже. Да? Два? И галеку либры. Так, ну сейчас мы Мич покажем, потом я тоже попробую. Либры? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Две спаники. А ты сам будешь грести, да? Или тебе спаники? Я пока сам справлюсь. Да ладно, не волнуйся. Столкновение с лебедем будет. Тут можно управлять весом. Надо балансировать, да. Я тоже как-то стараюсь, но не уверена, что все работает так, как надо. Работает. Попробуем. Так, кука нет. Окей, okay, спасибо. Спасибо. Это вечная ошибка. Что за ошибка? Ну, когда ты весло помнишь. А, да. Есть такое дело. Там нужно потихонечку, вот так просто. Такой просто перекрестный съем идет. Вообще. Да? Так, ладно, если там не глубоко. Пошел крен. Окей. Подождите, а нам попробовать.